Увеличение рейсов общественного транспорта в спальном районе города не будет. Об этом сегодня заявили в мэрии. Речь идет о 65-м маршруте. Напомним, к перевозчику в последнее время было предъявлено немало претензий. Жители отдаленных кварталов жаловались на то, что утром и в час пик трудно дождаться «Газели», а попасть в нее, пробившись через толпу, и вовсе нереально. В Комитете по транспорту и связи Барнаула нам пояснили, 65-й маршрут на конкурсной основе достался перевозчику Евгению Ершову. У предпринимателя нет нарушений, чтобы итоги конкурса нужно было отменять. При этом власти города не отрицают, что автобусов и водителей действительно не хватает. Но расширять штат сотрудников и увеличивать подвижной состав пока не планируется. Перевозчику выдано свидетельство на право осуществления перевозок на 16 единиц транспорта в будни и 12 выходных дней. В ближайшей перспективе увеличение подвижного состава на 65-м маршруте не рассматривается в связи с отсутствием у перевозчика возможности